Капитана нет сегодня. Как это нет капитана? А кто зам капитана? Не знаю. Игорь. Игорь! Фамилию забыл. Хруцкий зам. Нет! Нет, Хруцкий стоит третий. Это какой Хруцкий? Будённый. Это как это? Подожди. Будённый зам. Видишь? Он первый стоит. Ну да. А третий это кто? Третий уже... Пятый? Уже пятый Хруцкий. Чё это он в таких стильных штанчишках? Он самый лучший защитник. А, всё? Это нормально? Нормально. Сколько людей? Лебедей? Каких лебедей? Сколько в каждой команде? Так же, как в нормальном? Не-не-не, тут поменьше. Тут 6 плюс 1, что ли? Их 5. 5 или 5 плюс 1. Но в любом случае их меньше. Они без замен сыграли. Не, сейчас... наша орда и... А нас срать. Давайте все на все будем играть. Вань, это получше. Это нормально. Блин, куда вы пошли? Сыкать на подбор? Делать. Ой, это еще один. Нет, так нечестно, у них еще один. А что он с бородой? Хач? Он же лицеист еще. Какой лицеист? Что я говорю? Оп, меня деревяшкой надо по башке ударить. Школьник, бородист. Школьник с бородой. Это может быть физрук. Рот, дай манишку. Ростя. Рост дает белый рост. Рост это всегда вопрос. Все, короче, дамы и господа, игра начинается. Мы начинаем кабин. Блин, я опять это говорю. Что ты говоришь? Предыдущий матч начался так же. Ну так надо, ты каждый матч так начинать. Ну, сделать традиции. Мы начинаем кабин. И что ты говоришь опять? Мы начинаем кабин. Для чего? Для кого? Зачем? Для себя! Души просто. Все, да. Короче, футбол начинается. Сегодня, здравствуйте, вот дорогие зрители. Все, мяч пошел в игру. К сожалению, что 15-20 минут. Да, я скажу. 12 минут мы 20 держались, 20 ждали. О, вот это фол. Удар. Вот это был не фол на самом деле, а просто... Будённый все за мячом бегает. Будённый бегает, я это все, короче, не поле. Не поле. Это что за сосочки такие оранжевые? Оранжевые сосочки. Это, короче, окончание поля. Окончание поля. Вот это ты зря сделал. Вот это мы... О, бородатый пошел. О, ты смотри, как обводит. Смотри, 12 ты как заиграл. Заиграл 12. Ты посмотри. Вот какой подкат. Хотел подкат сделать, что-то не получилось. Так, Хруцкий перехватывает. Нет. Игорь. Не бей ворота. Вот это хорошо. Это, да, зря. Молодец. Что это? Ничего, с ноги вынес. Да, с ноги. Зачем с ноги? И опять не наш. Ну что вы? Вот это. Ой, так, короче. И прорыв по флангу. И двое против одного. Вот это. Какой вообще подкат. Вот ты смотри, мяч все равно остался у игрока. Зумом играем. Играем зумом. Играй с зумом своим. Зумом играем. И... Ай, перехват не состоялся. Ой, ну что ты творишь? Ну седьмой, да, маленький, опять. Давай. Так прорывай. Ой, ты давай. Ой-ой-ой. О, это был фол на самом хорош, деле. Но... Хорош, защитник. Защитник просто. Это же Игорь. Выбил нафиг этот Конин, мяч. Конин Игорь сегодня вообще под 10-м номером. Отвечаю. Вот это, я понимаю. Народ Махачкалы все стыдали. Физрук просто от души, не то что только другие. Только на лысо он не побрился еще. Какой физрук? Оба, перехватил. Вот ты смотри. Ну, ты, вот это толчок был. Толчок это был? Это туалет. Я этого бородатого, слушай, я ему сбрею эту бороду. Я ему рот, короче, на бороду натяну. И в итоге 1 обвел что? Двоих а трижды. Опять этот махачкалинский Анжит. Нет, что? Вот. Фух. Хорошо. Просто это было вообще. Это было очень опасно.
Вынеси, вынеси. И мяч где? Вон мяч. Да, да. 1-1, 1-1. Какой 1-1? 0-0. Как это? А, слушай, я что, пропустил? Вот это удар головой. Слушай, это его... Нет, не защитили. Он просто хотел денежище оттуда выбить. Да-да-да-да-да. Ну что, о, ты хорош, оп, хорош. Оп, отобрал. И что и твое? Никого на подборе нет. Вообще... Давай, давай, перехватил. О, ты хорош. Это хороший, опять но это нет, джигит, добежал, да, нет, ты, добежал. Джигит. Я отвечаю, я ему смотрю. Джигит опять. Давай, давай. Ой, хорош, хорош. Давай, маленький. Пас, отдай. Пас дай. А, давай, давай. Вот это был удар. Дамы и господа, мы увидели первый удар. Первый. Со стороны. Лицея. Лицея. И это был очень даже хороший удар. Хороший. Неудачный, но хороший. Неудачный, но удачный. Ну, это что-то уже из области. Масло намажешь, оно масляным станет. Масляным? Да. Да, есть такое на самом деле, я замечал такое. А ты чё, я вот на бутерброд с маслом, масло масло. Масло, а масло масло? Масляное. Подождите, что такое как вообще? Это? Вы меня, господа, простите, а дамы нет. Дамы, вы это вообще. Дамы не простяйте. Да, дамы не прощают. Что такое? Неправильно кинь. Что случилось? Неправильно кинь. Ноги держи на земле, тебе говорит. Трен. Зачем ты их вверх прыгаешь? Их вверх ноги зачем прыгал-то? Ой, пацан. Это сбрасывает мяч какой-то парень в куртке. И? Парень в другой кофте поймал мяч, бросает парню в куртке с синими рукавами, но... Хруцкий! Вот это удар был! Ёлы-палы! Вот удар заснял, гол не заснял! Вот ей-богу, вот... Отвечаю, ребята, вы это видео смотрите, я вам хочу сказать кое-что. Его никто не будет смотреть. Вот вы дураки, а! Техническое поражение признали бы. Вот-вот. И не слушали бы наши голоса сейчас. Вот именно сейчас. Ей-богу, ребята. Такое убожество слушать это я бы не смог на самом деле. Я бы тоже. У меня, я вот говорю, уже кровь из ушей течет. Я не знаю. Берущий что ли одеть. Солененькая. Нормально. Итак, разыгрываем. Ребята, надо... Что-то вообще не то. Слушай, как-то игра не удар. Вот Игорь, мужик. Игорь, вот лучший. Вот это лучший. Вот это удар. Вот это. Бить сразу, вот так далеко. Да надо поймать. Надо вот так вот. Блин, просто на пустом месте взял, упал. Ну, елки-палки. Ну, не мужик ли? Ну, нет, мужик. Не мужик. Ты смотри, вот, ну хорош, нормальный пока. Вот ты мяч отобрал, пинай. Ну куда, кому, что твори? Хорош, Хруцкий. Хруцкий с Игорем отыгрывают, да как этому боги. Да что вы бородачу кидаете, что? Борода, они думают, борода, значит да. Бороды, нет, бороды значит, нет, значит, значит нет, мой минет. Где ты смотришь? Я сказал ответ. Какой ответ, на что ответ? На... Какой вопрос был? А сделаешь. Ты давай, давай. А это бородач. Чего? Чего? Это нет, подожди. Это не бородач. Это не бородач. Ты что ты путаешься? Это бородач, он там бегает. Ну, давай, вот, мужик, пас, мужик, пас отдай, назад. Ну что ты творишь? Дурачина. Вот надо заменить его, продать трансферное окно. Ой, хороший видео. Ай, давай, давай, мужик, Паса, давай. Давай. Отдай, хорош, Будённый, давай. Давай, Будённый. Деньги, забей деньги, забей деньги. Что? Что? Кому? Что он сделал? Я что-то не пойму. Зачем, Александр? Все, пацаны, я умываю руки и пойду. Не, не мой руки, холодно. Это на как улице. Это не мыть? А что они грязные будут? Ну пусть грязные, чем замерзнут насмерть. Да как это так, слушай? Я что, по-твоему, свинья, что ли, неразвитая? Да, конечно. Эй, как это ты сказал? Да нет, давай, я сказал. Давай, отдавай! Бей! Бей! Блю. Это не удар был. Я вам... Говорю, ребята. Чего? Я много матчей увидал в своей жизни никчемной. Никчемной матчи или никчемной жизни? Никчемная жизнь, никчемные матчи. Вообще все никчемное в этом мире. В этом мире бушующие. Все котелочек разненьких. О, извините, детки, я не хотел. Женщина. Он сказал женщина. Я не думал, что я скажу телочки. Ой, опять! Слушай, хватит, а? Я не ожидал, а там а еще ну, отыгрывает. Что такое, что так? Ну давай, вот ты, ну, мог бы отобрать, что ли. Треснуть надо просто, мяч забрать.
Треснут мяч забрать, но ты, если мяч треснет, деньги повалятся. Ну, бетон и сразу побежит. Давай, ну давай, отыгрывай. Не, все хорошо. Не отыграл, брат, не отыграл. Но на самом деле жизнь такая штука. Не отыграешь ты, отыграют тебя. Слушай, ты такое сказал, просто... За душу защиту. Я вас запишу в свой альбом это все. Альбом. Я специально для этой фразы создам альбом и запишу туда. И больше ничего не будет записывать. Ну, давай, убуденный за мячом. Деньги. Деньги хочешь? Конечно. Деньги давай. Давай, беги, быстрей. Что это было? Опять сейчас? Бородач перехватил. Бородач бородатый. Давай! Ну, блин! Эх, что творится? Это не Игорь! Это не Игорь был! Это не Игорь! Ты понял? Это третий комментатор ошибся. Он что-то кричит. Игорь на самом деле что-то, не Игорь. Все не по делу. Вот это... Ребенок, беги! Ну зачем сильно так дарил? Просто птичка даже могла бы забить сейчас. Птичка. Мелкий заменяется. И на кого? Это кто заменяется? Шестой номер выходит на поле. Кто шестой номер? Шестой номер у нас зеленая шапочка. Хорошо, зеленая шапочка, шестой номер. Уже игра началась? Да, конечно, все это с ворот, от ворот. Нет, аут должен быть. А это как это? Ноги не так держал опять. Вот это удар! Игорь, мужик! Отыграли вдвоем, переиграли. Да, ну давай, отбирай! Давай. Хрущев? Нет, не Хрущев. Кто это? Это не Хрущев. Хрущев тебе... Хорош! Давай, Хрущки! Ну. Нет. Это было неплохо, но... Задумка неплохая, но реализация вообще... Тихо, сейчас будет ответственный момент. Ответственный? Давай, бей! Что? Да ёбаный! Это что вообще происходит? Здесь какие-то события такие происходят. Просто... Александр Будонин прошёл в ворота. Пошла контратака на ворота лицея. Игорь, мужик! Мужик! Вот когда кричишь, Игорь, мужик, он сразу отбивает. Вот и бежит. Давай. Ну опять бородач. А не нормально, давай быстрей. Я что-то бородач кричит там, короче, вообще. Не по делу. Давай! Эх, не успел. Медленно! Очень медленно. Опять вдарил. Ну, давай, отбирай. Ой! Я не тем говорил. Навеши. Куда? Куда ты отдал, ё-моё? Сейчас, смотри. Игорь, мужик! Не, это был не Игорь, это тоже мужик. Ну, когда говоришь мужик, они все играть начинают. Да, они боятся. Вот сейчас, вот когда к воротам подбегут, надо крикнуть. Мужик! Мужик, кайфуй. Ребята, делайте легче. Игорь опять мужик. Делайте играючи. Кайфуйте. Там никого. Есау, шестой дроу, бросил коня. О, бородач сбрасывает мяч. Я по. Кому? Так, игра продолжается, дамы и господа. Это что-то с чем-то. Это лицей 2015. Игорь, как это ты так? Блин, вот видишь, мне не сказали. Да забили. Да не забили, слава богу. Мы не забили еще. Но мы не забили, это очень печальный факт. Как ты так бьешь? Что твое? Кому? Не ушел. Это бородача там. Бородача бить надо. Ты посмотри, какая у него борода. Как у меня? Сколько ему? 23? 22? Да, он почему он вперед руками падает? Он же не вратарь. Но он хочет, он там же деньги. Вот и хорош! Отобрал! Пас! Налево! Ну зачем налево? Диагональ, давай! Навесывай! Это был просто... Вообще, это было... Блин. Ну что я могу сказать, атаку утонула. Не, захлебнулась. Да, точно, захлебнул. Ну я же. А, нет, еще угловой. О, ты угловой. Забивай. Будённый мужик! Мужик! Ну мужик!
Но был хороший мужик. Не, хороший. Слушай, хороший нормальный мужик. Такой на вес был. Нормальный вот мужик. Вот почти забили. Ну, вратарь сыграл хорошо просто. Да что такое? Что творится? Опять что случилось? Тренер, бля, ты научи их играть. Опять бородач выбалдивает. Покажи мне бородач. Что это за хач, бородач? Непонятный какой-то. Ислам. Зачем? Пошел. Эй, никого нету. Сильно. Будённый мужик. Нет, Будённый, зачем ты это сделал? Игорь, мужик. Пронесло меня сейчас, воняет ужасно. Мужик. Ударил как просто. О, как... хорош, просто это все было рассчитано. Да опять маленького вперед. Делай легче. Ах, делай играючи. Кайфуй. Что они не кайфуют, они что-то как-то играют слишком. Вот бородач кайфует. Бородач кайфует. Бородач кайфует вообще по полной. У него все получается. Он этой бородой играет. Есть чем кайфовать. Это как знаешь, это Соломон. Соломон Калу. Калу. Давай, ай, ай, ай. Как его зовут? Соломон же. Рандон. Соломон Рандон. Во, видишь, бородач как играет. Вот он кайфует просто от жизни. Как его звали? Кого? Это чувак. Самин опять маленький на маленький. Нет, да как это звали? Это такое-то из мифологии. Царь такой, Соломон, да. Бородач да, был, который такой... Соломон, типа, Соломон. Бороду и матришь, он... Да что тебе? Называется. Чего такое-то? Что, руки... Давай. Офсайд? Опять он неправильно вкинул. Да не было там такого. Потом снимем, покажу вам. Все как жизнь. Ты новое видео снимаешь? Да случайно. Мы там. Начинаем, Кавиен. Начинаем, дать его чего-то. Для футбола? Хруцкий молодец. Вот Хруцкий и Игорь просто от души ребята. Они кайфуют. Они кайфуют, конечно, получают кайф от кайфа. Опять бородач кайфует тоже. И Будённый не падает. Ох, какой прыжок был. Мужик. Я не пойду за ним. Судья, вы что-то времечко. Никто не смотрит? О, посмотрел. Мужик. От души просто. Вот этот вот, он нечестный судья, короче. Он еще раз посмотрел. А, мне свистит. Перерыв? Перерыв. Проходит на самом деле очень важное совещание. Тренер говорит, ребята, соберись. Игорь, красавчик. Игорь говорит, мужик, вот мужик, стоит такой. Я играю хорошо. Я молодец. Все знают, что я молодец. Я не буду слушать. Все, да. Я хорошо играю. Маленький такой, я маленький, меня все время оттесняют. Это большие дяди играют, а я не могу. Я не могу. А Будённый такой. Будённый такой, где деньги, деньги, деньги. Хочу вот. А тренер такой, я перный театр, мы проигрываем вообще-то. Ребята, соберитесь. Соберитесь. Я сейчас колдовать буду, главное. Говорит, вот я бороду себе такой, трах, тебе дох, только вы выигрываете. Хорошо. Чтобы это... Бороду совсем не отдирать. Да, то есть... Ребята, как... поиграйте получше. Ну, Хрущев такой стоит, важный, говорит. Какой-то, слушайте, такой, ребята! Вообще, Хрущев такой, ребята! Оригато! Что я не играю, спасибо вам. Все в порядке. Все в порядке. И очки просто от души. От стиля просто. Ростик просто. Остик. Мостик. Все, игра начинается. Игорь, мужик, короче, сразу играть пошел. Ну все, короче, я сейчас вообще забью. Забьет, говорит, всем просто все забью вам. Итак. Пока счет 1-0. Пока. Второй, 1-0. Противник наш, короче. Он, короче, ведет нас куда-то, мы не поймем куда, мы хотим сами вести его.
Собрались ребята на Дзеи. Все, сейчас все будет, короче, я сейчас наколдую. Это опять пропустил. Это я не колдовал пока, подожди. Кручи, кручи, мяч веди, обводи, забирай. Ваут угоняй, молодец, молодец. Все идет, попадает. Все идет, как я говорю. Хорошо. Скидывай, скидывай, промахивайся. Недалеко кидывай. Недалеко, я сказал. Хорошо, хорошо. Отбираюсь, мяч. Отбираюсь, нет, молодец, нет. Отбираюсь. Тут ты да дальше-то думай, а не отбирать-то отбирай, дальше не знаю, что делать. Это бежать надо. Забираешь мяч. Хорош, забрал мяч. Молодец. Давай, давай, быстрее. Скидываюсь мяч. Отбираюсь мяч. И веди. Отбираюсь. Обводи. От. Забирай. От. Беги, 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 беги. Беги, забираюсь мяч. Забирай. Чего? А что случилось? Что, блин? Я не знаю. Судья купленный, короче. Судья козел продажная. Продажная ты козел. Ну что ты на поле выходишь, чувак? Ну вообще козел, ну так не знаю. Крутой, блядь. Ёбный салют, блядь. Эй, дети смотрят. Уйдет, ты чё? Простите меня, пожалуйста, дорогие зрители. Ушел. Ушел. Отбираюсь мяч. Это что было сейчас? Это что такое сейчас было? Судья-то вообще-то нечестный! Это он слышит? Сейчас побежишь отсюда. Забираюсь, отбираюсь. Побегаюсь! Ведусь. Пас отдаюсь. Гол забиваюсь. Давай! Гол забиваюсь. Мед маленький! Нахер ты туда отдал! Гол забиваюсь! Угловой. Будённый не забиваюсь. Забиваюсь. Мужик! Не забиваюсь. Хруцкий был. Что-то моя магия не работает. Надо это. Мужик. Манны выпить. Манны. Ты нет, и за рулем тебе нельзя. Это как это? Манну можно и без алкоголя напить. Безалкогольно ману пить? Ты да, что? Это чуть-чуточку магии придает. Чуть-чуточку. Чуть-чуточку? На один гол хватит мне. Ну надо нам больше, нам три надо. Три они могли забить, не играя. Это да, но они дурачки подумали, сейчас что они сейчас еще проиграют, сильные. Я вообще охерею. Опять извиняюсь, дорогие зрители. Опять Игорь-мужик на самом мужик деле. Игорь-мужик вообще просто играет от души. Он кайфует. Вот кайфует. Я смотрю на них, никто не кайфует, вот Игорь кайфует. А Игорь кайфует просто. Он кайфанул как, как он кайфанул, а тут далеко скинул-то так, а? Ну забирай, гол забираюсь. Ай, Хруцкий, надо было мощнее. Забираюсь, пас отдаваюсь, еще раз отдаваюсь, ай-яй. Ну и чё судья молчит? Да, все нормально было. Так, это кайфовальщика. Давай! Это что ты творишь? Зачем? Правильно бить надо, нормально. Да, но не так. Как не так надо бить? Надо бить в ворота. Дома уже спили. Я уже просто жутко замерз, дорогие зрители. Матч проходит на улице. На улице? Как ни странно, на улице. Минус 50. Минус 50 у меня уже... Бубенчики дзинь-дзинь. Да, я Рождество встречаю, там, бубенцы звенят. И вообще это плохо. Мужик! Нет. Что, давай. Жирный агрегат. Во, хорош. Я давай, ну ёбе. Еще раз отдаваюсь. Давай. Пас отдаваюсь. Вперёдус. Да бить надо уже. Бэм. Бэм. Бом. Что такое? Эй, ты что? Мена. Травушка растет. Это уже сыпется все здесь. Ты всю краску с этого ищешь. Ты-то что вообще такое было? Что? Нет. Мужик. Просто мужик. Потому что это Игорь. Он кайфует. Игорь кайфует. О, давай. Пас отдаюсь. Забиваюсь. Эй.
Братан, хорош, хорош. Ничего. Нет, плохо. О, кайфа, кайфовач. Смотри, как он скайфанул. Как кайфует, а. Просто от души кайфует. Ой, упал хач. Ой, бородач. Извините, пожалуйста, хач бородач. Это просто анонимы. Синонимы. Синонимы. Какие анонимы? Анонимы это, короче, мне вчера сообщили, написали, говорят, слушай, пойдем погуляем. Уже это кто-то? Аноним. Аноним? Аноним. И пошел хруст. Это, слушай, видоюс, видоюс. Давай, давай, давай. Мяч забираю. Давай! Пас отдаваю. Что это такое, бля? Ты тихо, дети смотрят. Я сказал, что это такое, бля? Где дети смотрят? Да почему не мы-то бьем штрафные, понятно. Куда ты? Не, ми-ми-ми. Ми-ми. Лошанта ми кантари. Алма гитара и мано. Роналду выпускайте на поле, пусть забывает. Смотри, вот отсюда такой... Пиу! Гол! Слушай, ты сейчас сука, красочку испытываешь. Вот уже, слушай, вай. У тебя весь капюшон желтый? Отключаю. Весь капюшон? Весь капюшон. Короче, Будённый Роналду... Роналду Диньо. Криштиану Будённый бьет. И удар. Ого! Да! Да! Это наш герой! От души, брат, просто! Криштиану Будённый! Вот это удар, вот это молодец! Удар! Молодец! Камеру посмотри, Юми! Здесь смотрит он. Просто... Да. Ты снял его? Я снял, прям красивый гол. Вообще отвечает там даже. Это третий комментатор просто тут... Ману употребляет. Ману употребляет третий. Третий употребляет. Один-один. Итак, товарищи, нам нужно еще два гола. Нам еще два штуки. Тем не менее, до конца матча я не знаю, сколько осталось. Ой-то там кто-то еще комментирует. Психанул что-то немножко. Хотел забить вас с центра поля. Бородач он такой. Кто, бородач? Кайфует, кайфует. Бородак агрессии придает. Не, он уже, слушай, это гол забили ему, он уже кайф понемногу спадает. Борода, короче, придает к агрессии плюс 10. Хорош, хорош. Ведус, ведус. Пас отдаваюсь направо. Быстрей. Хорош, отбираюсь, отбираюсь. Быстрей, быстрей, быстрей. Забираюсь мяч. Давай, веди, давай, веди. Давай. Пас отдаваюсь. Бей. Гол забиваю. Давай, бей. Да добить давай. Надо, блин. Бей. Гол забиваю. Бей. Манна, молодец, молодец, молодец. Не, Будённый хорош. Я. Какой ты Женя? Я Ахмед. Я запутался. Жизнь сложная. Какой ты Ахмед? Это я Ахмед, ты Рамзат. Рамзат? Рамзат. Типа как Кадыров, только Рамзан Чудели. Давай! Хорош, хорош. Веди, веди, веди. Быстрее! Пас отдаваюсь, отдаваю спас. Давай! Отдавай! Давай, Крутский! Отдаваю спас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отбираюсь мячус. Начес. Начес отбираю. А хорош, слушай. Давай. Крутский пошел. Пас отдаваюсь. Обратно отдаваюсь. Гол забил. Ай-яй-яй. Сильно, брат. Слушай, сильно. Я вообще не а понимаю. Как игра пошла? Как игра пошла? Вот это слушай. Просто оживились люди. Кайфовать начали. О, злой, 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 злой. Злой араб. Ушел. Хорош, хорош. А выбей. Набрал. Ай-яй-яй-яй. Отдать надо Билла, но не Билла. Билла плохой магазин. Игорь, мужик! Игорь, давай! Молодец! Хорош! Побивай! Есть! Хорош! Ну вообще, слушай, вот мужиков прибавилось как-то. Саша, давай! Никудесничай, никудесничай! Не, 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 не надо, не надо. Бляха, муха. И тут дети. Тут дети где? Смотрят. Как это? Как это? А что ты лезешь? Куда ты лезешь? Кто-то злой уже там от души так. Ну слушай, там драка намечается, короче. Вот это наш, короче, тренер. Шикарный просто Евгений Хрилин. Евгений, она и шикарный это, и кайфовач, короче, бородач тоже что-то там. Они, два короче, бородача сейчас сорвался. Эй, давай, Будённый, отбирай, отбирай, отбирай. Хорош. Назад! Смотри!
И, ой, что там и замолчали резко? Что-то, я, короче, я не знаю, там Будённый, короче, не... Он что-то делал, мы, я не понял. Что-то делал, я вообще смотрю. Куда? Что, ты что творится? А, ой, ну молодец! Давай! А давай, пою. Вот это сейчас это было. Это карточка! Удаление! Желтое. Это все было, записали, было. Короче, его, все. Бородач так напишет, бородач. Напишет, бородач злой. Да, это. Он больше не кайфует. Он все сломался. О, как... Игорь мужик бьет, бьет. Игорь мужик. Смотри, бьет. Сейчас как бодиш. Пою спа. Нет. Вот это мужик просто! Ах ты! Ну что вы падаете-то? Не разобрались, хорош! Разобрались! Отдаваюс! Давай! Нет, это было очень это не плохо. Наш, это не наш чувак, бро. Аутик. Давай, сбрось нормально! Скидываюс! Ай, блин! Отбираюс! И чё, Игорь? Ну там Игорь, короче, мужик, он там все держит под контролем свою территорию. Он всем свое мужичество дает. Сейчас смотри, как заберет шикарно. Сейчас просто. Смотри, смотри, вот! Ускорился, вау! Ну что, отеческий брат, просто отец, брат. Просто отец всех отцов. Замена, смена. И выходит белый выходит. Белые розы. Ростик, бел... Ростик. Это идет. Будем звать его Роза. Роза, почему он... Он колючий, жгучий. А, белый жгучий, как колючий. Гол забьет сейчас. Вот хрутский он. Давай отбирай. Ай, аут, аут. Аут, 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 аут. Блин, давайте еще один забейте, ребята. Я вас... Две и минуты. Домой пойду. Две минуты и мы домой, пожалуйста. Как это две минуты? Он смотрит, 13 уже. Эй, подожди, а сколько? А, он еще две минуты. 15 минут тайм, ну что ты еще не... Это как это? А уже сколько мы снимаем? И пошли, пошли. Мы очень много снимаем. Мьюзи, а уже второй тайм, да? Второй же тайм у него? Да, да, я да. Я как-то второй, не это, потерялся. Тут не просто... теряйся, мы здесь. Выби нормально, тем более, Волик. Бляха-муха, да что ж такое-то? О, Роза поймал мяч. Роза Хутор! Колючий, 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 жгучий, жгучий. Жги. Фу. Повезло, повезло, просто повезло. Волик, вот что-то человек, он... Это я думал, это что-то наш. Что-то он не может нормально. Смотри, выбить это мяч. Не наш. О, Игорь мужик взял мяч, короче. Игорь мужик взял мяч, сам выбьет, нам. Выбьет, как отец. Просто. Вообще! Нет, 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 никто не поймал. Ну, было же хорошо. Как вы можете такое смотреть, слушать нас? Как... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, забирай мяч, забирай, забирай. Ой, ты слушай, что творится? Рост! Игорь! Давай, отбирай! Жгучий, жгучий, Роза, жгуча! Вот это хорош. Игорь, мужик, просто Игорь. В паре играют, в паре играют, короче. Вот мы молодые. Золотица Роза чайная. А Игорь вообще отец. Я думаю, его команде давай, пора давай, называть давай, его давай. Отцом. Эй! Вот это все. Фол. Вот это желтый. Вообще. Желтую, не, желтую там, нет. Зеленую, жел... вообще все давайте ему. Желтую, не желтую. Ну, Будённый, но... давай еще один гол. Будённый, чат души. Короче, Криштиану. Того же место. Криштиану, Будённый. Короче, сейчас заколдуемся его. Мяч заколдуем, мяч заколдовывайся, заколдовывайся. Ворота. Попадаюсь. Как попадаюсь в ворота? Прямо в центр. Нет, в центре будет вратарь. А или лучше в мордень побеем. Будённый! Да! Просто мужик от души, от души. Просто знает мужик свое дело, знает. Просто было, это просто было великолепно. Герой, герой сегодняшнего дня у нас Криштиану Будённый. Криштиану Будённый оформляет дубль, дубль. Чувак там отжимается, короче, зачем, я не понимаю. Где отжимает? Вот это еще ниже. Что он делает? Он проиграл, короче, спор. Все, короче. Шапка у него тидим-дидим. И матч кончился на самом деле, судья на сейчас... На самом деле много чего кончилось у нас. Деньги, финансирование, ум, мозг. Короче, берем Будённого и Игоря и в команду. Это Реал Мадрид и... Ну, какой Реал Мадрид? Реал Грозный. Реал Грозный. Да, Реал Грозный Реал просто. Молодец! Выноси! Еще третий, давай!
По ружью. И Буденный пошел. Херач, прямо отсюда попадешь, я мяч заколдую. Там уже матч кончился, слышишь? Ушел. Да все, ушел. Игорь вообще бежит так вообще. Да!